Но в Тюменском районе сегодня открылся новый цех по производству автотентов, пологов, чехлов и прочих изделий из технической ткани. Предприятие располагается в поселке Боровский на территории индустриального парка. Здесь планируется шить большие тяжелые тенты на фуры. Руководство отмечает, что это только первая очередь проекта, а всего будет 4. В Тюменской области представлено заготовление тентов, но не такого уровня. Этот цех, выходя на проектную мощность, будет выдавать по одной такой фуре каждый день. У нас ближайший конкурент в городе Екатеринбурге. То есть, открывшись здесь, мы хотим захватить рынок всей Тюменской области, дальше рынок Омской области, который у нас рядом расположен, и Курганской области. Отметим, что реализация проекта стала возможна благодаря помощи инвестагентства Тюменской области. Фонд предоставил заем в размере порядка 8 миллионов рублей. Всего же в этом году на территории Тюменского района запустилось 11 инвестпроектов.